Ребятки, с вами Саня, и мы продолжаем проходить игру под названием Fear. И нас предал опять жирный ублюдок. Предатель. Кидал его, короче. О! А забраться никак? Ну ладно, пошлите вперед. Там будет турель. В самом начале сдох. Отличная серия. Странно, что тут нет. С двух сторон, охренеть. Коня. О! До встречи. Ты как понял, обойти можно. А что у нас тут? А, это типа я тут жердос не мог пролить. Или нет? Или это не то место? Так. Аптечка, отлично. Просто замечательно, что аптечка у нас есть. Так, куда идти? О, аптека. Уже 10, кстати. Как в старые добрые времена. Такой звук еще. Спасибо за патрончики. Отлично. Просто замечательно, мы от него избавились. Что это? Что это было? Не жопа. Зачем я сохранился? Молодец.
Это чё, был Е-209 из Терминатора? Ой, тьфу, из Робокопа шоли. Шо это вообще было? Капец, роботы ещё. Мне тут ещё роботов, блядь, не хватало. Охренеть. Просто нахрен, охренеть. Стопы! Можно приземлиться? Я хочу назад. Я там видел что-то. Так, там ничего нет. Ладно. Капец, вот это был Терминатор сраный. Это вообще, это уже не Терминатор, это Е-209 какой-то из Робокопа. Так, надо на всякий сохраниться. Ну, конечно, я на него потратил очень много патронов. То ли базука, то ли как... Наверное, базука. Да. Возьмем просто дробаш. Да, дробаш. Чтоб, не знаю, чем дальше, тем эпик идет. Стоп, мы отсюда пришли. А, понял, не дурак. Что происходит? Так. Нам сюда по-любому. Там что-то есть стоящее. Так, а что было наверху тогда? Давайте глянем. Два новых сообщения. Первое сообщение. Билл Моди. Привет, Дженнис. Это Билл Моди. По приказу Яна Хайвса я провел анализ источных вод на южной водочерпной станции. Результаты заставляют задуматься, особенно если учесть, что эта вода поступает из жилых районов. Конкретно из Оберна. Тебе это о чем-то говорит? Отправляю протокол анализа. Сделай так, чтобы он попал к нужным людям. Следующее сообщение. Ян Хайвс. Дженнис, да, это Ян. Слушай, можно одну просьбу? Если тебе позвонит Билл Моди, пожалуйста, сделай вид, что тебя действительно волнуют его проблемы. На самом деле он просто хочет спихнуть ответственность на кого-нибудь из администрации. Я от него отделался, хотя и с большим трудом. Так что теперь он наверняка побежит к тебе. В любом случае, дай мне знать, чем все это кончится. Сообщений больше нет. Сообщение, сообщение. Там заперто. Ладно, пошлите сюда. Интересненько, что тут произошло. Без моего участия. О, контрольная точка. Значит, мы куда-то отошли. До интересного что-то. Или плохого. Не знаю, вообще глянь. Эй!
отойти. Может, надо было что-то сделать? А. Уйдет. Я думаю, куда надо идти? О! Идемте. Заперто? Заперто? Держи гранату! Лежать. Так. Что за козел? Так. А где наш старый вонючий жердяй, а? Ладно, идемте отсюда. Мне это место не нравится. Найди меня. Ку-ку. Держи гранат. На кусочки. Три хп, отлично. О, допрыгнули. Допрыгнули. Пресечени. Как-то так странно называется, кстати, глава. Ну, эпизод. Вообще, эпизод называется. Глава, эпизод, как хочешь, называйте. Не пугай меня так. Ой-ё. Я не виноват. Ну, бывает. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Женевьева Йен, не мог бы ты выслать мне копии всех материалов, которые вы собрали по проекту Источник? Вообще-то этим должен заниматься Харрон, но сейчас он настолько поглощен своими переживаниями, что ни о чем другом не вспоминает. Надеюсь, он вас там не слишком достал. Я беру на себя все. Окей. Нет, не то было, извините. Ладно, идемте дальше. Разрядимся и вперед. Фэтл? Снова ты. Да, я. О, какой ты противный. Придет война. Я вижу пламя, охватившее землю. Трупы на улицах. Пепел сгоревших городов. Расплата. А я вижу тебя, умершего от меня. Ха-ха-ха. Как тебе такое предсказание? Фэтл! Фэтл... Где ты? Thank you.
Фетолёк. Виталёк. Вау. Я не знал. Что за... Я не понимал. Мёртвые остаются мёртвыми. Кэп. Задрали, все, задрали. А где Рэмбо стоял? Так, туда пока не пойдем. Я видел там аптечку. Пошлите дальше. Вот она. А теперь можно идти дальше. Мертвые остаются мертвыми. Фетл, ты Кэп. Он здесь. Что тут у вас есть? Так, о. Отлично. Мне эта музыка не нравится. А вам, ребят, нравится эта музыка? Ну, нет, чисто музыка нравится, а вот именно что происходит. Вау. Опять этот. А вы задрались со своим суперсолдатом. Козлы. Так, подождем чуть-чуть. Не-не-не. Элис Уэйт. Да мне кажется, мы не успеем. Такое чувство, что мы не успеем. Ну где еще? Люди. Сообщение послушаем. Давайте. Одно новое сообщение. Внешний вызов. Привет. Почему твой мобильный не отвечает? Перезвони. Сообщений больше нет. Как гранаты менять? Я забыл. Ща глянем. Понятно, я уже разобрался. Ой, как разобрался. Во.
все время у меня были такие крутые пушки и все такое, а я только сейчас узнал. Наверное, под конец. Держи. Уии, смотри, как летит. Вау. Крутая штука. Капец, я трачу аптеки. Держи. Сдох. Ну теперь знаю. Нет! Кто? Сдох наконец-то. О! Улица. Нет! Мне жопа. Только если... Нет! Капец, как мне его убить. Так, где еще один? Как же мне его убить? Чем же пить? Так. Ну, выручай. Держи ты. Да я сдох еще. Офигеть, он сдох и я сдох. Отлично. Это сложно. Так, я сидеть. Как же его убить, а?
Ай, 65 хп. Молодец я. Держи, раз. Два. Три. Козёл! Как же тебя убить, сволочь? Сволочь! Так. Да блин. Хотя... Ну как же его убить, а? Только если приманить. Чудик, сюда. Сюда, чудик. Козёл. Держи еще. Отлично. Мы от него избавились. Фух. Что это за... А, походу это такое оружие, как у меня. Один готов. Один готов. Сейчас эти помощь будет, сволочь. Прототип 7. Вау. Вот это пушка. Тип. О. А было, помните, у нас сколько аптек? 10 прям, а сейчас... Куда дальше?
тут не пройти. Ладно. Честно, если буду идти назад, что-то изменится. Нет. Может, сюда? О! Прототип. Прототип — это хорошо. О! Все. Это все. Сломал. 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 Так, значит, не сюда. Сейчас сохранимся. Если не найдем где-то в течение 10 минут, то закончим эту серию. Что делать? Тут не пройти. И не сделать ничего. Значит, сюда. Тоже не сюда. Давайте назад свернемся, если там тоже ничего не... Так, смотримся. Вентиляции никаких. Тут тоже вроде бы. Тут еще дверь какая-то. Тоже не сюда. И назад никак. Вроде бы ничего нет. Ой, блин, все.